Привет, и сегодня я хочу показать пустышки декабря. Пустые баночки я хранила, честно скажу, не все. Я оставляла только интересные продукты, но все я не хранила, поэтому у меня их не так много. Я думаю, будет интересно. Итак, начнем. Вот такой вот гель-пенка закончился. Очень рада, потому что как-то я про него забывала. Также закончилось молочко от Нивея. Тоже как бы не совсем хороший продукт, но все же закончила. Из такой необычной новиночки показываю шампунь, хотя редко их показываю. Я, кстати, потом наливаю воду, когда остаются остатки, их не могу вынуть. Использую как пену для ванны. Мне очень этот способ нравится. Из своих запасов, которые у меня повторяются много раз, ну, больше, наверное, показывать не буду, смысла нет. Это я не переливала, тут у меня было оторвано. Ну, а я оторвала случайно, сломала. Закончила. Также закончила один из, у меня их два. Вот такой вот гель. И, кстати, оказывается, вот эта штука легко вынимается. До этого я выбрасывала с остатками продукта. Из повторяющихся средств это скраб для лица. Из средств, которое мне не особо понравилось, это моментальная маска от Natura Siberica. Также закончила крем для рук, крем для ног из этой же серии, очищающую маску от Herbal Himalaya. Свой дублирующийся скраб и вот такую вот скраб маску. Как маску я ее, кстати, очень редко использовала. Также моим достижением стало старый такой продукт для ног. Я не знаю, даже он есть или нет. И, в общем-то, вот такое количество пустых баночек, немного. Я думаю, что вообще в дальнейшем я сокращу пока, ну, так сказать, демонстрацию баночек. Одно и то же показывать будет неинтересно, поэтому постараюсь, чтобы все было разное и новенькое. Всем спасибо, всем пока!